В этот замечательный день, а он действительно замечательный, хочется поздравить наших учителей. Любой большой успех в жизни начинался с обычной пятерки, поставленной в обычный школьный дневник. Сегодня растет поколение, которое не просто воспитывать. Они ведь все знают, у них есть всемогущие социальные сети и интернет. Тем ценнее то тепло, которое дарят педагоги каждый день. Ведь они встают рано утром, и у них нет права на плохое настроение. Они должны зайти с улыбкой и сказать: «Здравствуйте, садитесь, записываем число и классную работу». Хочу пожелать крепкого здоровья, мудрости, терпения, неизменной радости от выбранной профессии. И чтобы, конечно же, хватало сил на своих домашних.